В Ульяновске прошел межрегиональный форум учителей родного языка «Межкультурная коммуникация как фактор укрепления единства народа». На фестиваль приехали гости из соседних республик – Татарстана, Мордовии и Чувашии. Родной язык, культура, традиции, литература – это все то, что объединяет. А ведь для образования не существует границ. У нас есть общая цель, общая задача, и мы вместе с чувашским народом, мордовским, татарским формируем личность. На форуме обсудили вопросы развития родного языка и межрегионального сотрудничества. А главной темой стало вовлечение родителей в языковую среду. Для представителей всех национальностей вопрос сохранения родных языков – это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций своего народа. Ведь именно в них заложен огромный потенциал духовных и нравственных идеалов, ценностей и культурных богатств. Кроме русского, в школах региона проводят уроки татарского, мордовского и чувашского. Их изучают 95 тысяч школьников Ульяновской области. Обучают и дошколят. Обучение родному языку проводится как в рамках урочной деятельности, так и внеурочной. Изучение своего родного языка очень важно на сегодняшний день. Как у нас великий просветитель Иван Яковлевич Яковлев сказал, два языка – два ума, три языка – три ума. Чтобы дети смогли в нашем современном, бурно развивающем мире найти свое место, естественно, нужно поначалу знать свой родной язык, свою культуру, свои традиции, обычаи. За заслуги в развитии образования, сохранение национальных культур и традиций участников фестиваля наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Стоит отметить, что 2023 год является годом педагога и наставника. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.